Магазин ограбили зачем? А делать нечего. Задержанными оказались местные жители 1992 и 2001 годов рождения. У одного из подозреваемых сотрудники уголовного розыска изъяли шапки со сделанными в них прорезями для глаз, а также часть похищенных денег. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи Уголовного кодекса «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.